Друзья, всех приветствую, с вами компания «Автогайк», с вами Самвел. Сегодня мы в городе Новороссийск. Приехали, начнем сегодня с новокара, с Кии. Покатаемся по дилерским центрам, посмотрим, что вообще происходит тут. Какие машины есть, каких машин нету. Также посмотрим бэушки, покажи бэушки. Слушай, ну я сразу хочу начать с этого автомобиля. Слушайте, этот Nissan знают все, у нас его очень много заказывают. 20-й год, в базовой комплектации 2739 с учетом кредитов, с учетом выгоды по кредиту. И мы сразу вот так вот, брат, разворачиваем на 21-й год Toyota Camry, не битую, не крашеную, полный привод в SE комплектации. И такие думаем, так, 21-й год Toyota Camry, полный привод, не бита, не крашена. И Nissan, та-да-дам, 2700. И мы понимаем, что у компании «Автогайк» очень дорого, дорогие друзья, очень дорого у компании «Автогайк». Поэтому заказывайте у нас автомобили, получайте свою выгоду, зарабатывайте вместе с нами. Пойдем посмотрим, что еще здесь есть. Ну, в принципе, «Селтос». Джор, покажи, это «Селтос», там «Туксон», «Селтос», «Крета». Для меня это все один автомобиль. И когда такой автомобиль... Ну, в принципе, он 22-го года, но все равно, 22-й год, 2200 с учетом кредита, все здесь с учетом кредита. Наверное, без кредита он будет 1300 дороже, ну, если не больше. Возьмем кредит по 2,17, по 20%, потому что сейчас то, что рассказывают про 9%, такого нету сейчас. Возьмем по 2,17, по 20% и переплатим огромнейшую сумму, зато европеец. А здесь, блин, слушай, знаешь... Здесь не о чем просто говорить, потому что здесь нету нормальных машин с нормальным ценником. Логана, давай, это не Логан, это у нас Аркана, 19-й год, 1 400 000 с учетом кредита. Слушай, здесь не о чем говорить, пойдем лучше в автосалон. Друзья, ну а что, а наш крутейший, просто гигантский дилерский центр нас узнал. Сказали, ребят, снимать нельзя, у нас здесь скрывать нечего, у нас цены ниже рынка, поэтому у нас снимать нельзя. Слушайте, они меня узнали, и я удивлен. Хотя чего удивляться, компания «Автогайк», друзья. Я все равно покажу «Цератик». Давай покажем. «Церата», 3300, 21 год, 10 тысяч пробег. И теперь вот здесь, будет наше предложение с нашей ценой. Поехали. Ну что, теперь мы приехали к дилерскому центру Toyota. Они не выживают, они существуют, и они есть, и они продают. Им на самом деле респект. Не в зависимости, какой ценник они дают, какие автомобили они привозят. В наше время работать они молодцы. Но сразу, сходу показываем вот эту Toyota. Это крутейшая Toyota Camry. Не будем же делать вид, что я ничего не узнавал. Мы уже все узнали. Цена автомобиля 3500. И теперь я хочу присесть возле этих прекрасных дисков. А нет, это не диски. Это у нас... Как они правильно называются, Жор? Штампы. Это штампы. Это самая пустая комплектация. И это 3500. 3500, ребята, 3000 пробег. А теперь, пожалуйста, Жора. Я не могу себе позволить этого не сделать. Пустышка. 3500. Пустышка. На штампах. И теперь мы заходим сюда. Передний привод. 2,5. Полный привод. 2,5. Совершенно не пустышка. Да, это не люксовая комплектация, но это достаточно хорошая комплектация. Не с кондиционером, а с климатом. Не на вон тех вот штампах, а на красивых больших дисках. Не на ткани, а на коже. 21 год, да, не 22, 21. Но гораздо дешевле, гораздо. 45 тысяч долларов, и она ваша. А если вы бы заказывали, то это было бы еще дешевле.
Пойдем зайдем вовнутрь, посмотрим, что там происходит. И я начну. Это Hilux 7935. Я не могу не сказать, как оно есть. Это тот самый Hilux. Покажи его, чтобы люди видели. Опа! Это тот самый Hilux, который стоял у нашей компании в городе Краснодар за 5800. Сейчас здесь он стоит. Но все-таки компания «Автогайка» очень дорого. Здесь по комплектации ничего говорить не буду. Если захотите посмотреть, вы можете зайти на официальный сайт компании «Автогайка». А там, наверное, мы его убрали. Но в Телеграм и посмотреть обзор на этот автомобиль. Этот автомобиль стоял у нас почти месяц в Краснодаре. И вот ребята купили и теперь продают почти один к одному. Вот. Ну, нельзя не подметить, здесь добавили тонировку. У нас ее не было. И здесь заменили вот эту вот лампу, потому что у нас при разгрузке автомобиля здесь вот лопнуло, я точно помню. Это Mazda 6 какого года? 20-й год, третье поколение. 3400, Mazda 6, бесключевой доступ. Что по пробегу у нас здесь? Да, по пробегу у нас пробег здесь не указан. В общем, двухгодовалый, да, почти трехгодовалый автомобиль. Mazda 6, 3400. Mazda 6, 3400. Мы где-то их отдаем в пределах 30, да, тысяч долларов, плюс-минус. Где-то вот последнюю Евгений забрал 19-й год, 20-й пошил дико, а забрал за 29500. Ну, чувствуем разницу, уже есть. И знаете, там кто-то говорил, да есть разница 10-15%. Ну вот, например, на этот автомобиль уже не 10-15, уже это почти 30. Уже почти 30. Камрюха. Чё по камрюхе? Так, ну покажи ценник сразу. Это 2,5, передний привод. 4 269 000. С учетом, сразу нужно читать, что с учетом кредита. Здесь у нас интересная комплектация. Здесь интересная комплектация. На коже она с панорамой. На коже с панорамой. А мы такой из Дубая привезем за 50-55. Ну, 50 где-то. Ну, в пределах от 50 до 55. Поэтому все равно здесь дорого, как бы вы ни говорили. Как бы вы ни говорили, что у нас дорого, а у нас дешевле. Даже новая машина, и у нас на процентов 30-40 тоже дешевле. Слушай, здесь на самом деле и снимать нечего. Вот этот Lexus, что он стоит? Ух ты. Ну, покажи сюда. Это у нас RX450. Почти 9 миллионов. 9 миллионов. 9 миллионов за 7700. А как там? Надо посчитать, 99 тысяч долларов. Это что получается? Это 6. Ну, в общем, в разницу в 2 миллиона мы привезем вот такой автомобиль. В 2 500. Слушай, я не знаю, я думал, я приеду сюда, и особо большой разницы не будет. И будет много что снять. На самом деле снимать нечего. Вот единственное, что я вижу там Wrangler. А пойдем посмотрим, какого он года. Вроде здесь все адекватно и дают немножко поснимать. Пойдем посмотрим, какого года Wrangler и сколько он стоит. Так. Перед Wrangler мы остановимся на Волоне. У дилеров он на самом деле впервые в России. А раньше их дилеры не возили.
Он так и есть. На самом деле он впервые в России у официальных дилеров. Но мы их возим с 2020 года. Это не новый, да? 5500. 5500 с учетом того, что этот автомобиль можно взять в кредит. Опять же, у дилеров свой плюс. Вы можете автомобиль взять в кредит. Но сколько это плюс, опять же, решать вам. Впервые в России. Авалон впервые в России. Получается, компания «Авторайк» впервые в Россию возит те автомобили, которые никто не возил. А дилеры пишут «впервые в России». Вот что я хочу посмотреть, это я перехотел это смотреть, покажи ценник. Это Jeep Wrangler, 18-й год. Я знаю, что так вот в окошечко встану и скажу, что Тимофей, я надеюсь, вы смотрите это видео. Ваш автомобиль 22 года, гибридный, и обошелся на 2 миллиона дешевле, чем этот 18 года. И честно, я расстроен. Я расстроен, что нету ценовой конкуренции. Я ожидал, что здесь не будет так сильно дорого, и я ожидал, что хотя бы будет о чем поговорить, подискуссировать. Но когда при входе я увидел Камри пустую на колпаках, за 3500 с передним приводом, я понял, что у компании «Авторайк» нет конкурентов. Мы на другом уровне, на самом деле. Мы на другом уровне. И это не просто слова. Я вам здесь вот где-то повставляю наши все предложения. И по «Камри», и по «Авалону», и по «Вранглеру», который мы уже привезли. И по «Камрюхам», по «Рав-4». Вот, «Рав-4», покажи его. 4600. Это 4600, тканевый салон, пластмассовый руль. Покажи, что это пластмассовый руль. Покажи, я просто удивлен, когда люди говорят, у вас цены хуже, чем у дилеров. Как хуже? Вы посмотрите на этот автомобиль, это 4600. Это дубайский автомобиль за 4600. Мы вам привезем такой автомобиль в 50 тысяч долларов. Вот в такой комплектации. Это дешевле. И это будет в 1 900 000 разница, в зависимости от курса. Если будет курс там сумасшедший, это будет там разница в 1 000 000. То где вы заработаете 1 000 000 за 60 дней? Возможно, вы и зарабатываете больше. Я буду очень рад, но все же за 60 дней заработать 1 000 000, купив RAV4 у компании «Автогайк». Поехали, поехали, здесь делать нечего. А конкуренции у нас ценовой нету. Слушай, ну меня, конечно, удивило это и убило просто это Камри, блядь, на к штампах, и они указывают, что это лучшая цена на постсоветском пространстве. Зачем вы это указываете? Не пишите это. Цена в кредит. Жора правильно указывает. Не пишите, что вы первые в России, первые в мире, кто привозит Авалоны. Мы привозили Авалоны, когда люди про них даже не знали. Ехали, еще заедем, наверное, посмотрим БУшки. Надеюсь, что там будет что-то интересное. Неужели здесь ничего нету, что впервые в России, что компания не привозила? Блять, ну меня это удивляет. Я надеюсь, что это запикаешь, что это пиздец. Как вот это вот дерьмо может стоить 3500? Ребята, забудьте про дилеров, забудьте про любой рынок. Компания «Автогайк» всегда с вами на связи.
дилерский центр Volkswagen. Посмотрим, что здесь происходит. Друзья, сейчас хочу обратить внимание вот на этот автомобиль, потому что это Volkswagen Taos в комплектации Status. Это хороший автомобиль, и здесь достаточно хорошая комплектация. Здесь достаточно хорошее качество сидений, хоть оно и тканевое, но оно такое, знаешь, не как вот обычная ткань, а достаточно хорошее, такая плотная. Здесь большой монитор, дотация под сотовую связь, круиз-контроль. И все это, 3300. И с учетом выгоды, с учетом кредита, это будет стоить около 3 миллионов. А теперь будем серьезны. Это Таос 3300. С учетом кредитов 3 миллиона. Это, ребята, теперь заходим на официальный сайт компании «АвтоАйк» в Telegram-страницу и смотрим, какие кроссоверы за 3300 привезем мы. Я не могу обойти стороной этот автомобиль, это Volkswagen Polo. Знаешь, я стою и думаю, говорить про ценовую политику этого автомобиля или нет. Но этот класс 100. Базовой комплектации, 6-ступенчатый автомат, но с учетом того, что вы возьмете себе кредит на 25 лет, сдадите свой автомобиль ниже рынка процентов на 70, этот автомобиль вам обойдется в 1 070 000. Ой, 1 800 000. 1 800 000. Наш сотрудник Volkswagen Center сказал, что если сдать наш автомобиль трейд-ин, то можем получить выгоду почти 200 тысяч рублей. И таким образом, сейчас мы приехали на Камри 21 года, не битый, не крашеный, не европеец. Они его оценили в 1 370 000. 21 год. Здорово. Так здесь базовая комплектация. Тканевые сиденья. Перешитый руль. Это не заводской руль. Перешитый маленький монитор. Здесь у нас круиза контроля нету, кондиционер и 6-ступенчатый автомат. В принципе, идем спросим вообще, что может быть нам предложить в пределах 3500. Новый байк наш. Когда надо пойти? Пойдем. Отмечу сразу Санта-Фе, потому что здесь ценовая политика автомобиля очень интересна. Здесь у нас 5480 при условии, что если брать за наличку, будет скидка. Девушка, а скидка будет плюс-минус за наличку брать? 250. 250 тысяч. Итого, короче, 5200. Санта-Фе в комплектации у нас X, а здесь это Prestige. Ключевой доступ, кнопка старт-стоп, это все понятно. Хороший на самом деле автомобиль, в хорошей комплектации и не так сильно дорого, да? А мы привезли Санта-Фе за 4600 в комплектации Prestige Plus Line. Слушай, ну не такая уж и большая разница, но это на Санта-Фе. Здесь на самом деле хорошая оплетка руля, хороший автомобиль, я покажу. Ах, мои пальцы. Вот такой вот автомобиль. И он на самом деле, блин, я удивлен. Ценник автомобиля интересный. 5200, если за наличку. А 5170, она сказала, если брать в кредит.
конечно, не та цена, точнее, ценник не для Санта-Фе, но в данных реалиях это хороший ценник для этого автомобиля. Мы привозим плюс-минус там 1300-400 дешевле, но здесь они дают возможность взять в кредит. Это 20-й год. Хотя, если вы заметите, что здесь передние фары от серии 21-22, возможно, автомобиль был битый. Здесь бесключевой доступ. И, в принципе, наверное, на этом автомобиле все. Тканевые сиденья. 8-дюймовый монитор. Ну, в общем, в простой комплектации. Наверное, в комплектации, скорее всего, стандарт или стандарт плюс. Это автомобиль 3500. Здесь тоже нужно подумать. 3500 для комплектации, для первой комплектации. 20-й год. Не прям дорого, но и, конечно же, не дешево. Но, опять же, есть плюс. Можно автомобиль взять в кредит. Насколько это плюс, насколько это минус, конечно, решать вам. Идем посмотрим. Ваш сон. Нет. Это дорого. В общем, что хочется сказать, что, например, те же Polo, тот же Touareg, Tiguan, их просто здесь в наличии нету. Все, что она нам не говорит, и все, что они нам говорят, слушайте, мы привезем, когда привезем, нужно сделать заявку, нужно оплатить 40%, оплатили, если вы оплатите 100%, то привезем на 2 недели раньше, но нет никаких окончательных сроков. Поэтому, что можно предложить вам у дилерского центра Новороссийске, это Volkswagen Туас. В комплектации, забыл, комплектация там была 3300 с учетом кредита, просрочки, трейдина, не трейдина. Пойдем лучше, знаешь, что сделаем? Пойдем посмотрим бэушки, что стоит вот здесь у ребят, какая ценовая политика у этих автомобилей. Что интересное есть, что нет. Короче, пойдем посмотрим, что и вообще есть. И сразу обращаем внимание на вот этот вот Kia Sorento, потому что мы их очень часто возим. Kia Sorento мы часто возим. Ребята, если меня плохо слышно или у меня подсевший голос, сразу меня не хейтите, не пишите, что плохой звук. Я просто приболел. Вот сделай, пожалуйста, вот так. 2400. Какой год здесь? 18-й год? 2400. В общем, Роман из Крыма. Я надеюсь, вы меня слышите. 18-й год. 2... Сколько там было? 2400. 2400. При учете, что это со всеми выгодами вы возьмете в кредит. Опять же, трейд-ин, рассрочка, отсрочка. Мы привозим их вот такие вот. Роману привезли мы за, если не ошибаюсь, около там 23 тысяч долларов. Ну пусть будет там в край 25. По курсу это даже там по самому большому курсу это на 800 тысяч дешевле. Да пусть будет даже на 500 тысяч дешевле. Но это прям очень сильно, если округлять. Но все равно у компании «Автогайк» дорого. Как не послушаешь, у нас все дорого. Аж нервничать начинаю. Пойдем посмотрим дальше, что есть. И знаете...
Друзья, здесь нашел я более-менее два автомобиля в нормальной ценовой политике. Это вот эта Крета 2018 года. Сейчас открывается. Покажи, что мы не просто говорим, а показываем. Сейчас откроется. Она 2018 года с двумя хозяевами, двумя собственниками. И у этого автомобиля ценник там что-то 1 600 000, по-моему. Не знаю почему, может, сильно битая. Но ценник хороший. И вот у этой Сонаты, у черной, у нее там тоже ценник достаточно интересный. Все остальное это просто огонь. Если начнем их показывать, вам вы будете говорить, а конечно, это же дилеры, они все ставят дорого. А где покупать, если на рынках нет машин? Если у дилеров дорого, на рынке непонятно, что продают сейчас. Также ценовой потолок просто... Компания «Автогайк». Стабильность. Да, есть задержки. Да, есть какие-то недопонимания. Но это 10% из всей нашей большой работы. 10%. Знаешь, что сделаем? Пойдем посмотрим вон тот CX-5 красный. Напомним нашим... Вот видите, нам не дают работать. Алло. Снова мы здесь. И снова пройду CX-5. Недавно мы отдали такую в Самару. 2018 год. В комплектации спорт за 1 600 000. Давай посмотрим, что здесь происходит. Это 2012 год. Автомобиль стоит, не будем скрывать, что мы ее не посмотрели. Здесь, по-моему, 6 или 7 хозяев. Цена автомобиля 1 200 000 с копейкой. Но это 2012 год, просто не открывается. У них здесь все не открывается, со всех разных телефонов. В общем, поехали дальше. А, открылось. Нет, не открылось. Нет, брат, не открылось. Смотрите, не открылось. Поехали дальше. Ну что хочу сказать по этой поездке. В принципе, неплохо прокатились, поездили, посмотрели. Но выбора мало. Югавто, бэушек вообще нет, они там стоят, их там много стоит. И китайцев, и корейцев. Но штрих-коды пикая, смотрели на эти ценники, и я даже не хотел их вам просто показывать. Потому что не было никакого смысла. Что там интересно, в Hyundai стояло, это Santa Fe, да, неплохая была, 5 с копейками она стоила, но мы привезем дешевле. Там стояла Крета за 3 300, ну и смысл мне ее снимать, вам показывать, но это же бессмысленно. Поехали, съездили в Kia. Интересно, что они нас просто узнали и не пустили. Не то, что, конечно, не пустили, но они говорят: ребят, заходите, смотрите, но, пожалуйста, не снимайте, потому что мы-то понимаем, для чего вы хотите снимать. Нам это неинтересно, нам нечего скрывать, у нас хорошие ценники, но снимать здесь у нас нельзя. Ну, мы не стали спорить, хотя можно было, но, в принципе, компании, которой нечего скрывать, у которой безумно хорошие ценники, не будет там... не разрешает к себе приходить, снимать видео. Например, мы у нас и в Ютубе, и в Телеграме, везде и комментарии открыты. Хотите приходить в офис, придите, снимите видео, мы тоже не против. Вот. Там, в принципе, ничего особо не было интересного. К5 была, кстати, не очень дорогая, там что-то 3 900, но она была дубайская. Первой комплектации, без кожаного руля. А так, в принципе, все остальное было очень дорого. Что там было? Цератик 3 300, да, если не ошибаюсь. Там, я думаю, в начале видео где-нибудь или посередине вы увидите разницу в ценовой политике с Церата. Да я думаю, знаешь, что сделаем, Жор? Накидаем вот здесь вот хороших вариантов, и вы посмотрите то, что мы сняли на видео, те ценники, те автомобили, и вот так вот сверху пустим по очереди наши варианты, наши ценники. В общем, всем добра, друзья. Поехали мы домой, поехали отдыхать. Завтра трудный день, завтра много работы, приезжают клиенты. Сахалина приезжает, Вячеслав, Евгений приезжает, если не ошибаюсь, за своим Ridgeline в субботу тоже.
общем, всем позитивного дня, позитивных будущих выходных. До свидания.